Сегодня у меня обзор на вот такую вот рассыпчатую пудру от Giovanni Gold. Дарит коже интенсивное увлажнение, выравнивает тон и придает более молодой сияющий вид. Кроме того, она содержит светоотражающие частицы, которые уменьшают видимость мимических морщин. То есть она делает такое, она делает преломление света, что морщины как бы скрадываются. То, что здесь идет комплекс, который увлажняет, да, то есть эта пудра не сушит вашу кожу. И из факторов преждевременного старения это то, что наша кожа становится обезвоженной. Клинический основной эффект пудры это как раз-таки высушивание поверхности кожи. Нужно убрать кожное сало, то есть матировать. Но эта пудра содержит как раз-таки увлажняющие частицы, которые задерживают влагу и тем самым одновременно придают эффект матовости. Такой вот два в одном, очень интересная задумка компании. Вот так вот выглядит пудра, очень красивый лаконичный дизайн. Вот так вот она выглядит. Здесь идет щеточка. Вот такой вот защитный был слой. В этой пудре как есть преимущество, так и небольшой недостаток. Эту пудру в косметичку вы не положите. Только ее нужно держать непосредственно дома, в туалете. После того, как вы вскрыли, вы можете один раз вот так вот встряхнуть, пару раз, но не переусердствуйте. У вас здесь останется пудра, поэтому вы ее можете легко щеточкой собрать. И пудры в идеале я всегда использую вот такую вот кисточку Kabuki. Она очень мягкая, очень хорошо пудру наносит. Обожаю. Но давайте посмотрим достоинства вот этой вот кисточки. Да, безусловно, вы ей будете очень долго наносить. Посмотрите, какой плюс пудры. После того, как вы нанесли, например, обычной щеточкой, под глаза идеально. Посмотрите, как под глаза идеально она наносится. То есть, тем самым, вот эту пудру как раз-таки можно наносить под нижнее веко. Она со светоотражающими частичками. Наносим, обрабатываем крылья носа, вот эти вот зоны, то есть где мы не можем достать обычной щеточкой. Да? Вот так вот можно проработать. Как раз таки, если у вас комбинированная жирная кожа и вы нанесли кремовые тени, то великолепно этой пудрой можно закрепить их. Далее мы воспользуемся обычной щеточкой и уже быстро нанесем на все наше лицо. Мне задавали вопрос, почему в некоторых видео я наношу после тональной основы пудру, а потом румяна, а в некоторых видео я сначала наношу тональную основу, делаю контурирование и после этого наношу пудру. Зачем? Как так и так в технике наносить можно. Как вам больше нравится. Если вы сделали контурирование и ваши румяна слишком яркие, вы нанесли пудру, тем самым сделали эффект, более смягчили эффект. Достоинство именно такой пудры, а не компактной, в том, что она наносится очень легким, тонким слоем. Она не видна на коже. Придает легкое мерцание, такое подсвечивание изнутри, делая нашу кожу еще более совершенной. И не убирает наши морщинки, потому что она преломляет свет. Достойный продукт класса люкс, которым я буду часто пользоваться. Видео было полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пока-пока. Следующее видео обзор вот такой подводки Giovanni Gold.